тест работы в автономии матричного принтера Citizen 180E. Для того, чтобы запустить тест, надо нажать на кнопку FF Forward и при нажатой кнопке включить принтер. И вот пошел тест. Точечки припечатываются, то есть все иголочки в головке работают. Вот такой вот принтер. Включим его, чтобы головка вернулась в исходное состояние. Все, и бумажку можно изменить. Вот индикатор бумаги работает. Вынули бумажку, он замигал. Так что полностью исправный принтер. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.